Доброе утро, друзья. Время 11 утра. Нам дали выспаться, и это очень здорово. Сегодня выступают мальчики. Пойдем на них смотреть. Сегодня просто отличная погода, как и все дни. Светит солнце. Вообще кайф. Очень жалко, что нельзя туда. Потому что мы в пузыре. И все ограждено такими стенками. Обычно с утра я люблю умываться холодной водой, поэтому все приходят, когда после меня умываться, все такие: «Алина, зачем ты моешься холодной водой?» Но меня это не останавливает. Сегодня у меня почти ничего нету днем, поэтому я чуть-чуть подкрашусь. Потому что под эфир я делаю совсем другой макияж обычно, чуть поярче. Ну и включаю музыку какую-нибудь веселенькую. Ну что, я уже собралась, накрасилась. Принадлежности, без которых я никогда не выхожу. Маска и аккредитация. Пойдемте со мной. Вообще, я супер рада, что я снимаю для вас влог, потому что я давно это хотела сделать. У меня были такие мысли, но я не понимала, что, как, почему. И тут я вдруг увидела, приходит Кирилл, что снимает на эту маленькую камеру. Я такая: о, прикольно. Она такая миленькая, маленькая. И он говорит: сними влог, на тебе камеру, спокойно. Сейчас я иду на обязательную процедуру, которая делается каждый день, сдача тестов. Пойдемте со мной. Все, меня проверили. Теперь мы идем на машинку. Сейчас. Кстати, се-се по-китайски спасибо. Сейчас можно будет посмотреть город хотя бы с машины. Кстати, город не так сильно украшен. Мы даже с Ритой разговаривали по этому поводу, потому что она была в Лондоне на Олимпийских играх и сказала, что есть разница. Кисси. Тут на каждом шагу антисептики. Вот так они выглядят. Хотя они очень приятные и очень приятно пахнут. Вот наш Андрюха вышел. Давай. Блогер Жалин закидал. Сейчас будет величайший спортсмен кататься. Интересно, что он думает сейчас? Я о чем думал? Ну так, мандраж чуть-чуть был. Не знаю, сейчас посмотрим. Морец, давай! Я верю в тебя. Морец, супер молодец, все сделал. Камил, короче, я дорвалась до камеры. И чуть-чуть влогу снимаю. Можешь что-нибудь рассказать? Мы очень устали. Всей командой я уже подпрашивала всех. Все очень устали, все хотят спать. Но мы очень рады. А сегодня тренировок нет? Давайте нам дали вот. Можно я вас поснимаю? Я, кстати, тебя увидела по рыжим волосам. Это мальчики круто отпевали. Мальчики, да, Полина, мальчики молодцы. Полина, блин, Аня, тебе только значков. Да, дай мне один, пожалуйста, какой-нибудь. Я уже шею. Блин, у меня будет значок. Напоминания закончились. Завтра будут опять мальчики, поэтому все. Давайте я вам покажу микс-зону, где проходят все спортсмены после выступлений.
и дают интервью. О, приветики! Здравствуйте! Ну как вам, мальчики? Супер. Очень интересно смотреть. Мы пришли покушать. Вот такое меню. Я почти никогда не завтракаю. Давно приметила, что я себя легче чувствую, когда не завтракаю. Я такая, я хочу что-то легкое поесть. И Рита такая, тут эскимо. Ну, татарского тут, понятно, ничего нет. Ну, что страшного? Сейчас я к вам вернусь с едой. Газированная вода это. И вот такую огромную почему-то тарелку. Захотела легко поесть, закажи в Китае еду. Пожелайте мне приятного аппетита. Девочки, приятного аппетита тоже. Спасибо. Нашли тут место, где можно как заниматься. Нет, вообще это место как для просто, да, выхода, чтобы подышать воздухом, да. А мы как уже истинные спортсмены. Пришло время поотвечать на ваши вопросики. Я сейчас как раз открыла уже инстаграмчик. Ну, вообще, я должна признать, что большую часть мне писали не вопросы, а всякие комплименты, и мне очень приятно. Спасибо, друзья, большое, и мне очень приятно, честно. Как дела, как настроение? Все отлично. Я на Олимпийских играх в Пекине. Делаю свою работу, мне очень нравится, поэтому что может быть еще лучше? Ну что, ребят, я уже лежу в кровати. Время 11:30, уже достаточно поздно, поэтому надо уже ложиться спать, набираться сил. Надеюсь, вам понравился мой влог. Я очень для вас старалась. И напишите в комментариях, стоит ли продолжать дальше снимать для вас влоги и интересно ли это вам. Поэтому спасибо, всех люблю. Пока!